В очередной раз мы все встречаемся в TapTap Heroes. Всем привет! И, конечно же, сегодня машина желаний. Можем пойти прям на очень большую сумму. Потому что чудо-сферы нужны, ключики нужны. Ну и, конечно же, кирки. И сразу нам этот сундук падает. Значит, сегодня будет жарко. Сегодня будет жарко. Ну, давайте сразу открываем. Кирки кидаем. Таверна, здесь обновились квестики. Сундуки пооткрываем. Давайте с них и начнем, наверное. Я думаю, что будет сейчас интереснейший выпуск, потому что... Ах-то, двоечка сразу выпала. Двойка героев. И мне, конечно, надо, чтобы здесь поднять кого-то. Кого-то активировать из героев. Кого? Я даже не знаю. Давай вот этого детка, наверное. А, подожди, он в фулах, да? Мы его апгрейд не сделаем. Так, вот эту сделаем сейчас до сотки. Так, ранг, получается, повысили. Здесь повысили пробуждение. Окей. Ну и все, слушайте. Ну и все. Фу, запросто, запросто. Ну и к 100 мы сейчас сделаем в призывах, я думаю. Больше делать нет смысла. Да что ты творишь? Видите, как сыпет по количеству пятерок. Там по 2 штуки выпадает. Опа. Все, да, закончился фарт. Ну что, X100 мы сделали в сундуках. Это не может не радовать. X100. Ну, смысла 300 нет, наверное, делать. Хотя Мэнпо, ой, Шарон, точнее, Сильфида здесь есть в сундуках. Ну, я говорю, что мы собрались с вами сегодня для того, чтобы покрутить рулетку. Так сказать, 22 тысячи у меня свыше сотки есть. В принципе, мы можем даже на все 22 крутануть, потому что особо-то здесь не на что копить. Вот. Ну, я сразу буду открывать, потому что, чтобы время не затягивать в этой рулетке. Вот. И сейчас... Собственно, сами наблюдаете, как здесь сыпет. Бесплатно, кстати, меньше, мне кажется, стало. Раньше как-то с X20 набиралось, сейчас шансов поубавилось. Зато, смотрите, кирок дают прям на... с душой. И сейчас мы, думаю, что пройдем как можно дальше. Как можно дальше пройдем. Пооткрываем. Хотя вот на втором этапе обычно съедает знатно. Смотрите, почти все кирки съела. Обалдеть. Ну давай еще покрутим. Еще дадут кирок. Еще, да? Ох. Ох уж эти кирки. Ох уж эти кирки. Ну давай. Все-таки добыли. Сколько мы потратили? 1000. Это, конечно, не снилось. Ну ладно, окей. Допустим. Давайте бесплатно тут докрутим. Бесплатный. А тут, видите, к сожалению, нельзя пропускать. Будет периодически. Тогда вот так выпадать. Ну, кстати, бесплатные ключи, как варик тоже. Всем советую здесь использовать алмазы, потому что...
Сейчас бы X10 могло выпустить, но нет. Окей, в общем, в сокровищах мы пооткрывали, ничего дельного не выловили, прям такого жирненького. Ключиков мы кэшбэком 30 штук вернули. Ну и, наверное, тут все по этому ивенту, больше смотреть нечего. Вам всем желаю удачи, подписывайтесь обязательно на канал. А обязательно комментируйте, потому что когда есть комменты, есть какая-то движуха, активность. Ну и я, собственно, вижу, что есть какая-то отдача с видео. Пускай там процент маленький комментариев, пускай там народу вообще минимально смотрит, даже по отношению к подписчикам количеству, потому что у нас все-таки каналу 8 лет исполнилось на днях, можно сказать. 1 ноября, вот, ну, это уже неделя прошла, но сам факт, что мы чисто на энтузиазме работаем, снимаем, без привлечения реклам, раскруток и так далее, чисто вот по течению идем. Все, пока-пока, удачи.